Добрый день! Сегодня 13 сентября 2022 года, день рождения компании Морякей, 59 лет, как она существует. И вот я в Америке заказала стартовый набор. Посмотрите, какая красота мне пришла. Большой коробок. Вот смотрите, какая сумка здесь. Вот, много отделок. В общем, я могу сказать, что все стартовые наборы рассчитаны здесь на работу. Все сразу предусмотрено и продумано. Здесь также отделы. Очень большая. Открываем. Посмотрим, что внутри. Та-дам! Какая прелесть. Класс. Это можно ставить на заставку. Это накладная. Что у нас первое? Это печатные материалы. Буду все изучать, какие здесь шаги, что и как делать. Пока как слепой котенок, ничего не знаю. Я честно регистрируюсь для себя в этот раз. Там посмотрим, жизнь покажет. В любом случае пользуюсь продукцией и буду продолжать ей пользоваться. Здесь я так поняла. Флипчарт. Смотрите, сколько всего. Какая прелесть. Hello, Georgians. Это у нас открытка. Давайте посмотрим, что внутри. Сейчас. Вау. Класс. Как приятно. Флажки. Супер. Прелесть какая. О, каталог. Я так понимаю, здесь целая упаковка, 10 штук. Вот смотрите, есть все в электронном варианте, пожалуйста, еще в печатном. Все для работы, все для начала. Я так понимаю, это какая-то палетка для тестеров или какой-то тест. В общем, изучу, посмотрю. Брошюры. Значит, здесь, я так понимаю, бонусы программы для новичков. Да, все расписано. Смотрю. Видите, здесь какие-то скидки, уровни. Журнал. Извините за озвучку. Ну, открытое окно, еще лето. И рядом проезжая часть. Это о том, как вести бизнес. Круто, круто. Что здесь у нас? Какой-то коробочек. Открываем. А, здесь можно достать. Ух ты! Так понимаю, это ручки и карточки. Да. Тестовые карточки. Для... А, они еще как двойные. Угу. Вот так вот. Подписывать открытки для своих клиентов. О, ну здесь вообще. Здесь я понимаю набор пробников. Смотрите, декоративная косметика. Целые палетки. Ух ты. Сводчик, как подобрать тональную основу. Отсвечивает. Вот сейчас попробую сфокусировать. Плохо фокусирует. В общем, вот. Кисточки для туши. Снова кисточки для туши. Спонжи для теней. Снова палетки декоративной косметики. В общем, я так понимаю, это все палетки декоративной косметики дальше. Да. Круто. Такой набор. И такая папочка. Салфетки. Крутые, я их обожаю, я ими всегда пользуюсь по сей день. Целая упаковка. Угу. Подложка для проведения класса, всегда выдавливать продукцию. Книга Морякей, мечты сбываются, но только на английском языке. На русском я читала очень много раз. Вот теперь, где можно практиковать свой английский.
Ну и продукция. В общем-то, такой набор. Что у нас здесь есть? О, прозрачная пудра. Шикарно. CC-крем. CC-крем, да. Да. И, я так понимаю, их прислали мне 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Все оттенки. Вы посмотрите на эту прелесть. Все полностью оттенки. Даже самые-самые темные здесь есть. По-моему, всего 5 оттенков. Но я так поняла, что мне положили еще один лишний, потому что я только открыла большой коробок, и он сразу же там был. Light to medium. Ну, отлично. Бархатные ручки. О, моя любовь. Бархатные ручки с маслом ши. Дальше волшебный набор с одним кремом под глаза. Кстати, здесь идет для сухой, для жирной кожи. Один крем под глаза, потому что он для всех типов кожи. И дневной ночной крем для сухой, для жирной кожи. Да, это для сухой, дневной ночной, с SPF 30 дневной. И для жирной кожи. Также. Супер. Это у нас, значит, фокусируемся. Тушь сенсация. Всегда хорошо. Средства для снятия косметики с глаз и губ обезжиренные. В общем, все для того, чтобы провести мастер-класс, познакомить с продукцией и, да, получить первые заказы. Все настроено на бизнес. О, вау! Я так понимаю, это мои зеркала. Розовое зеркало. 1, 2, 3, 4 штуки. Обалдеть, слушай, как круто. Если вести, начинать бизнес, очень классно. Профили по уходу за кожей. Я уже просто визуально понимаю, что это. Видимо, это какие-то хочу. Да, это для заказов. Как чековая книжка, что ли. Ну и в конце у нас тоже такая литература. А, это подложки. Видите? Непромокаемые для классов по красоте вместе с продукцией. Угу. На них можно чай пить. И такие вот стандартные. Ага, значит, это по уходу за лицом подложка, а это по декоративной косметике. Короче, хотите провести мастер-класс, все для этого есть. И как вы думаете, какая цена этого набора? Цена этого набора без заказа. Я ничего не заказывала. Просто взяла стартовый набор $130. Плюс налоги у меня получилось $155 с доставкой. Вот такая прелесть. Спасибо за просмотр. Всего доброго. И задавайте вопросы.